Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Бадди. Мы продолжаем проходить игру Far Cry 3. 46-й выпуск. Продолжаем собирать все вещи. Ну что, начинаем. Мы остановились с вами вот здесь. Ну что ж, и начнем. Начинаем с первого алмаза. Сразу же пошли перестрелки. А потому что... Нифига себе, сразу два леопарда. Я первый раз в игре это вижу. Сразу два леопарда. Да. Леопард где-то здесь. Твой. Хитрый. Ждет меня, когда я спущусь. Давай, иди сюда, давай. Вот, я его вижу. Блин, хитрый. Нам придется сделать вот так вот. Еще один. Лечимся. Вон там еще один пират. Понял. Вещи я у них ничего не буду брать. Нафиг надо. Я и так вон сундуки все опустошаю. Еще мне нужны, блин, лишние деньги. Так, ну, всех мы тут убили, кто нам мешал. Начинаем собирать сундуки, опустошать их. Для чего мы и сюда и пришли. Вот там еще парочка. Внизу вон один сундук. Сразу заметил. Да, вот. Так, теперь здесь. Фу. Все мы здесь уже взяли. Теперь мы с вами направляемся вот сюда. Возьмем реликвию. Ах, вон где реликвия. И как мне туда, интересно? Сейчас. Можешь как-нибудь вот так вот залезть? Интересно. Нет, мне кажется, не так залезать. А как? Интересное явление. Сейчас как-нибудь вот туда вот. Может, там пещера какая-нибудь есть? Или еще что-нибудь там. Ну вот как раз сундучок вот здесь, поблизости. Возьмем ее. Че, прыгать туда, что ли? А, мне, походу, вот сюда вот нужно.
попасть. Сюда, да. Все-таки догадались. Вот, это реликвия. Сейчас посмотрим, какая она по счету. 52-я. Ну, придется мне прыгать. Потому что никак. Никак мне отсюда выбраться. Ищем, да. Вот. Даже не надо искать. А, какие хитрые, а. О, пирата. На. Все, отлично. Так, ну теперь сюда. Так, потихоньку собираем вещи. Пол карты. Собрал вещей. Я на первом острове, а их всего две, кто не знает. Вот так вот надо стрелять. Следи за огнем. Так, бусы какие-то. Так, теперь сюда. Сюда. Надо подниматься на возвышенность. Короче, берем эту винтовку. Не дробовик, а винтовку. И делаем мы с вами. Ну где этот урод? Да пошел. К чертовой матери. Вот здесь еще сундук. Да, вот. Так, куда дальше? Ну вот, близко. Ну почти близко. Не буду их убивать. Жалко, а то чё-то. Чё, катакомбы, что ли? Или чё там? Блин, тут аккуратно надо спускаться. Очень аккуратно надо спускаться. Прыгаем сюда аккуратненько. Отлично. А как туда? Интересно. Может быть... Эх, ё-моё. Упал. К сожалению. Как туда, интересно? Да. Ну, возвращаемся мы с вами обратно. Ну, сначала я реликвию возьму лучше. А потом подберу два сундучка, вот эти вот, которые я не смог. По-моему, там какая-то пещера. Значит. Нет, здесь никак. Тут походу тоже.
И вот так. Все отлично. Да вот реликвия. Так, теперь берем вот эти вот два сундучка. Ну, посмотрели мы себе все. Ах, вон тут как оказывается. Понятно. Хитрые такие, а, разработчики этой игры. Итак, смотрим, куда направляемся дальше. Вот сюда. Опять перестрелки. Это обычные птицы. Давай, поднимайся. Все, поднялись. Отлично. Приближаемся мы к цели. О, ракет охраняют. Что-то заподозрили. Осматриваются так. Радиовышка. А вот и сундуки. Вот еще, да. Теперь сюда. Тигр, что ли? Ёшкин кот. И все. Никаких затруднений. Ну вот это сундук. Смотрим на карту. Да, все. Вот эту вот область я очистил. Направляемся сюда. К этому аванпосту, чтобы было быстрее. Сейчас я продам вещи. Продадим вещи. Вещей мало. Маловато. Я собрал что-то на этот раз. 4 косаря, нормально. Но потом я их потрачу. На что-нибудь там, безделушку какую-то. Так, мне нужно найти еще лекарство. Ладно, потом. Начинаем. Продолжаем, точнее. Собирать. Это что такое? Нифига. Нифига. Это что такое? Офигеть. Вот это да.
цели. Да, вот сундук. Сюда. Вот так вот по порядочку. Чё глючит-то? Начинается. Ну сейчас у меня пройдет. Прошло, все, отлично. Да ё-моё, пещера. Не люблю их искать. А, вон тут вот какая-то дырочка черная. Обозначим-ка мы это на карте. Похоже, это вход. Да. Два сундучка эти. Смотрим, куда направляемся мы дальше. Ну, давайте-ка мы отправимся вот сюда, к этому острову. Заткнись. Сейчас мы возьмем реликвию. Здесь сяду вот на этот призывной катер. Ну и как мне туда залезть опять? Вопрос. Ищем. Да, вот. Лекарство. Я вам говорил, нужно взять. Сейчас заготовим лекарство. Все, изготовили. Так, интересно, как же мне туда залезть. О, похоже, я нашел. Так, сейчас. Давай, залезай. Ну чё-то какой. О. Отлично. Есть. Все, залезли. Да ничего, тут нет никакого маяка. Ну вот, мы взяли реликвию, эту. 54-я реликвия. Ништяк. Теперь направляемся с вами вот сюда. Быстрее.
Да, быстро мы сюда прибыли. Сейчас пойдем отсюда, чтоб не залезали мы, не тратили время драгоценное. Катакомбы старинные. Так, сейчас уничтожим это сейчас камень с помощью базуки. И все. Делаем так вот. И берем вещи. Вот реликвия. Это что такое? А, тут. Да, тут было два входа. Я уничтожил сразу два. Золотая цепочка. И еще один навык. Что тебе надо? Где тут эта реликвия? Да, вот. Друг! Так, теперь туда направляемся. Что же она готовит? Еще один японский самолет. Так. Ну, короче, направляемся к этому посту. Так будет быстрее. Продаем вещи. Ну и все. О, вход в пещера. Да, хорошо, что я прям сразу нашел. Ну и вот эти вот три сундучка. Так, теперь сюда. Сейчас отправимся мы снова к этому анпосту. Под водой? Нет, не под водой. Напрасно ты ей помогаешь. Она избалованный ребенок. Нам всем здесь непросто. Она не одинока. Какая гадость. Бывало и хуже. Так, да, направляемся мы теперь сюда. Мы справимся. Мы найдем выход. Лодочка. Тут прям сразу два мотора. Круто. Ура!
придумаю, куда залезть. Походу, я уже нашел этот ответ. Или нет? Ну давай, залезай. Ты что ли, а? Да ё-моё. И как мне туда залезть? Смотрим. Может быть, здесь как-нибудь? Ну. Чё ты какой, а? Слабак. Не может залезть. Я бы залез. Да. Меня это уже начинает бесить. Тут же есть сокровище, чё я тупой. Бля! Я бегу! Меня не пулят для тебя! Офигеть, сколько здесь пиратов! Как я их ненавижу. Блин, лечи себя. Не могу. Неужели? Ну, дорогие друзья, давно этого не было. Капец. Да, да, мне никакого не было. Все, наконец мы справились. Да, круто. Еще один. Достали уже. О, редкий сундук. Да, это редкий сундук. Или нет? А, да, редкий. Чё, опять они что ли? Пулеметчик. А мы сейчас вот так вот сделаем. На нафиг. На. И все. Его тут нет. Тут что, одни пулеметчики? Блин, здесь тут сразу трое было. Похоже, это рекорд.
сюда. Да, вот он. Сундук. Вот еще. Офигеть. Что с людьми делают? Так, сперва туда сходим. Опять пираты. Здесь будет основная миссия проводиться. Будем поджигать марихуану. Я помню. Это хорошо помню. Всяк, получай. Сейчас я их быстренько убью. Или нет? Или да? Все нах. Дробаш. Кокс. Мне это не надо, я не наркоман. Два клада. Какой-то большой перо мне попался. Зачем это вообще? Так, смотрим, сколько я уже зачистил территорию. Да, мне еще тут собирать. Но немного осталось, дорогие друзья. Осталось чуть-чуть, почти. Так вот. Ну вот, дорогие друзья, на этом я закончу 46-й выпуск. Спасибо всем, кто посмотрел это видео. Всем пока.